Что за дела? Этот джентльмен говорит, что мне сюда нельзя. Нет, вы не догоняете. Он сегодня играет, он главный гость. Но пойдем. Это политика ресторана. У нас все в порядке? Ничего не в порядке. Доктора Ширли не пускают в ресторан. О, я прошу прощения, но таковы устоявшиеся традиции и правила клуба. Конечно, вы понимаете. Нет, я этого не понимаю. Либо я ем в этом зале, либо концерт отменяется. Скажите, сколько надо денег? Допустим, 100 баксов и ваш дружок на сцене. Думаешь, я продаюсь? При всем уважении, сэр, вы бы не стояли сейчас передо мной, если бы не продавались. Не надо, Тони. Все в порядке. Я сыграю, если ты этого хочешь. Ладно, валим отсюда нахрен.